тихо. Спокойствие. Сейчас мы поднимем бокалы за нашу маленькую Софию. А как же? Ну что? София, с тобой. Давайте, кто что пожелает Софии? Данил, пожелай сестре что-нибудь. Улыбки, счастья и добра. Саша. Подарков. Подарков? Деньжат. Деньжат. Настя, что пожелаешь Софии? Чтобы она хорошо себя чувствовала и не болела. Отлично. Если ей так не болеть. Ну, так продолжай не болеть. А это? Курочка? Курочка, да, курочка. Опа! Бочка! Давай тебе, София, давай я тебе поднесу. А ты себе выберешь, возьмешь, что ты хочешь. Что ты хочешь? Вот такую хочешь. А еще что-нибудь хочешь? Мама! А, иду кушать. Родилась дома девочка. Софишка звалась. Когда? Она красивая. Она добрая, да, София? Загадала? Хватит будет. Раз, два, три. Ура! Да что же это такое, София? Давай второй. Что? О! Кто задушил второй? Еще раз зажжем. Я не слышал, за слово просила. Элти Пал. Да, чуть-чуть. Горячий торт. Да, горячий торт. Давайте кушать. Итак, один, 10 я выпила, они хорошие. Там еще 9 имели. Да, я понимаю, 9 свечи на одном торте было. А еще одна была на большом этом белом. Сейчас перепечим. Блин, ты меня как ты все время перед какими-то фактами ставишь? Да нет. Как это нет? Я твою стрессоустойчивость тренирую. У меня нормальная стрессоустойчивость. Нет. Мне не надо тренировать. Оказалось, нет. Где это оно так оказалось? Где это оно так оказалось? Вообще, еле-еле вывозишь. Чего? Чего я вывожу еле-еле? Стресс. И ведь снимаете все, ведь этот вот разговор-то. Вообще, надо же. Я добрая девочка. Мы так не договаривались. Так, ну что, мы ждем всех. Давайте все к нам сюда. У нас для вас новость хорошая. Какая? Слушай, может ты скажи? Нет, ты просто уже что-то планировал, я так тебя и увидел, услышал. Я если планировал, я бы что-то как бы... Я сейчас, у меня нет, я не знаю, что сказать. Ближе. Ёлки вообще, зачем так? Настя, поближе сюда. Мы все влезли. Да. Мы все влезли. Да. Ой. Вся семейство влезла. Одна у сторонки ползает. Он выдержит нас? Конечно. Ну выдерживает же. Не упадет? Он уже сломался, ему уже дальше сломаться некуда. Ой, сколько ножек. Да, ножек много. Я свой подогнула. По миллион тысяч. Вот так вот та-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 та. Ну давай, пап, уже. Все, начнем? У нас есть большой секрет для маленькой. Для маленькой такой компании. Да. Для маленькой такой компании огромный такой секрет. У нас есть с мамой есть для вас новость. Большая, значительная, хорошая, радостная. Ну, кто-то знает, кто-то догадывается, кто-то не догадывается, кто-то даже не знает. Помню. Да. Дети прогрессивные. Да. У нас наметилось прибавление в семействе. Вот. Кто раз? Скоро. А мы не знаем, вот ну, еще можно. Тогда я рад, но скажите, пожалуйста, потом, когда только прям выйдете, сразу говорите. Смотрите, там даже видно ручки, ножки, видите? Сейчас покажу по очереди. И костюмчики точно для Вероники.
Двигайся. Это такой маленький ребеночек, просто в темноте там его почти не видно. Вот. А я вижу, как он шевелится. Да, это мой живот шевелится.